Сейчас ей 10 лет, она родилась в знаменитой и скандально известной семье, но вдали от России. Ее родина – Америка. Там она появилась на свет, живет и учится там все ее друзья. Кстати, подружки называют ее Клаудией, а не Клавдией. Им так проще. Как сейчас живет Клава Земцова в Майами? Она стала третьим ребенком в большой певческой семье. Ее мама – заслуженная артистка России Кристина Арбакайте. Впервые вышла замуж за Михаила Земцова, крупного бизнесмена с еврейскими корнями, и обосновалась в США. Старший брат Никита появился на свет в Лондоне во время сожительства мамы с Владимиром Пресняковым. Сейчас Никите уже 31, и он взрослый мужчина, женат и планирует стать отцом. Брат Дэнни родился во время связи Арбакайте с бизнесменом Русланом Байсаровым. И говорят, что мальчик является племянником Рамзана Кадырова. А вот Клава появилась на свет в законном браке. Буквально на днях ей исполнится 11, и все это время наша героиня проживает в Майами. Девочка отлично владеет английским и испанским, ходит в местную школу, увлекается спортом, занимается балетом, вокалом и играет на фортепиано. Кстати, до недавнего времени она достаточно часто навещала своих родственников в далекой и холодной Москве. А прошлым летом Клава несколько недель провела на летней даче Аллы Пугачевой в Юрмале, где порадовала поклонников семьи своими спортивными успехами. Теперь ее бабушка и дедушка Алла Пугачева и Максим Галкин живут вдали от родного дома, который они строили не один год, вложили в него душу и несколько сотен миллионов рублей. Однако до сих пор его не продали. Вполне возможно, что супруги планируют еще вернуться в родовое гнездо. Мама нашей героини, 51-летняя Кристина Арбакайте, гастролирует по всей России и странам СНГ. Ведь она еще молода душой и телом и пока еще популярна. А Клаудия живет с папой в Майами, учится, старается чаще проводить время с мамой и иногда даже отправляется на гастроли с ней. А как вы считаете, дети знаменитых родителей растут недолюбленными или такими же, как и все остальные?